Сегодня мы предлагаем депутатам поддержать законопроект об увеличении социальной поддержки семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма, которую мы предлагаем к увеличению, от 330 рублей, это детям до 3 лет, и чем старше, тем больше сумма компенсируется для выплат семьям. Это связано с тем, что мы ежегодно стараемся 2 раза в год компенсировать эти выплаты в связи с инфляцией. А сколько у нас таких детей? У нас почти 4 тысячи.